В Барнауле не будут перекрывать площадь Сахарова для благоустройства новогоднего городка. Не состоится и праздничный фейерверк. Такое решение приняли на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. Одна из главных причин – возможное осложнение дорожной ситуации, связанной с перекрытием моста на Ленина. Согласно проведенному мониторингу, количество автомобильного транспорта, проходящего по проспекту Социалистическому от Димитрова до Молодежной, составляет в утренние часы 1364 автомобиля в час, в вечернее время 1566 автомобилей в час. Итого за сутки проходит более 23 тысяч автомобилей. При перекрытии данного участка дороги транспортный поток перераспределится на другие не менее загруженные магистрали города. Новогодние мероприятия планируют сместить в парке и на районные площадки. Вопрос об установке главной городской новогодней ели пока остается открытым. Власти хотят рассмотреть несколько площадок, а также проработать вопрос, насколько технически возможно установить там елку и только потом принять окончательное решение. Все остальные атрибуты новогоднего праздника в городе сохранят. Мы как бы традиционно оформляем город. Особое здесь, конечно, внимание надо и к бизнесу, и к промышленникам, и к торговле, чтобы город был подсвечен, нарядным. Ну, это Новый год.